Государство уделяло внимание центральному управлению. Центральное управление нам организовывали все дело, и производство организовали на должном уровне, и бытовые условия для инвалидов. Еще работы зарабатывали хорошо. Ну, как сказать хорошо? Не сказать, что... Ну, примерно так, прожиточный минимум был такой, как и у остального населения. Тем более, что пенсии получали. Ага. Продовольственные магазины здесь были. А сейчас вообще предприятие общеслепых, не знаю, это в каком положении находится. Очень тяжелом положении находится. Как может предприятие дальше жить? Сейчас уже процент занятости слепых снизили еще. Раньше было 50% слепых, а теперь как будто до 36%. Город есть город, понимаете? Угу. Свои большие возможности. Ну, а Русиново совершенно таких возможностей больших не имеет. Пойти в театр, поехать там еще что-нибудь. Но мы старались как-то компенсировать. Я вам говорю, что что только мы не строили. Мы даже умудрились заложить, как он сейчас остался, нулевой цикл клуба большого на 300 зеленым садом. Зимний зеленый, а зимний сад. Фундамент заложили, так вот все рухнуло. Thank you.